Всем привет! Играем против потрохителя из клана Психи. Этот игрок очень жестко галдит против меня. Я тоже очень жестко галжу против него. У нас абсолютно никакого договора по поводу галды. Так что будем играть only галда. Игрок-потрохитель, фермодроч. Прям даже можно сказать, очень жесткий фермодроч. Благодаря ару все игроки сопротивления начали активно пользоваться мамонтами. Так как мамонты показали себя намного имбовато. Вот, а здесь я собрал где-то 70% контейнеров. И все идет отлично. И угадайте у меня, какой план созрел. Созрел у меня план Бункер Раш. Карта маленькая. Как раз под Бункер Раш сойдет. Дабы поставить точку в нашем батле с ним. А то мы очень долго постоянно бьемся. Где-то по часу иногда бывает. Галду он не жалеет. Я тоже принципиально не жалею галду. Вот. Игрок любит играть мамонтами, заминируется, ему никак невозможно будет проехать, если бой затянется. И вот с картой повезло мне, маленькая карта. Ставим пару бункеров против антираша. ЦС-чек 5 штук, это мне за глаза хватает, чтобы рашануть его бункерами. И начинаем охоту. Ставим первый стройдвор. Вторую сносим, дабы построиться поближе к нему базу. Поставили. Пехотинца отправляю разведать, что у него там. А он засек и стенами обустроился. Но это ничего страшного. Тратить на стену, это на нам пользу. Пускай тратить на стену. Ставим поближе стройдвор и пару бункеров. И врубаем буст строительства. Чтобы все это побыстрее было. И кстати, пехотинца специально отправил отвлекающего маневра сверху вниз. Ну, чтобы на него отвлеклись. Что-то я смотрю, никто не хочет отвлекаться на него. Ну, ничего страшного. Мы прям вплотную приближились к нему в базу. И начали строиться здесь. Ну все, у меня бункера тоже построились, у него никаких шансов против него. Сопротивляется, потрохитель сопротивляется, ну бессмысленно, дружище. Все окружено. Если только на горку вот эту пойдешь, то там я тебя нажму.
Gold Boost — это зло, ребята. Ну, блин, что поделаешь-то? Я трачу Gold Boost для тех игроков, которые постоянно долбят против меня. А так я их практически не пользуюсь. Ну да, могу иногда прям против топов иногда попользоваться, потому что дабы сравнять наши эти силы, уравнять. Ну здесь уже все, я его конкретно прижал, у него уже никаких шансов против меня. Но он все равно сопротивляется как может. Да, буст Бамбалейла решает все. Дальше уже ему не стал противостоять против него. Помогает мне снять питание. Победа. Всем спасибо. До свидания. Всего доброго. Бусты. Зло. Голд бусты.